«Русские новости», вновь о книгах, которые стоит читать, или, по крайней мере, услышать их короткий пересказ, какие-то выдержки, которые я могу предложить, и решить, стоит ли эти книги читать полностью. В данном случае книга, которая передо мной, свежая, 2015 год, «Москва. Книжный мир», Наталья Нарочницкая, «Русский код развития», второе издание, дополненное. Интересно читать книгу, когда ты знаешь человека, знаком с ним, есть с чем полемизировать, есть что раскритиковать. Но в то же время мне хотелось бы начать не с этого, а с тех выдержек, которые я пометил как позитивные, как отражающие действительное состояние дел. Ну а критический разбор где-нибудь отложим на потом, тем более, что я хотел вместе с этой книгой еще сделать некоторые выдержки из другой книги, которую Наталья Алексеевна Нарочницкая выпустила в 2004 году, «Россия и русские в мировой истории». Вот такая книжка, «Россия и русские в мировой истории», 2004 год. Вот, мне еще, конечно, дорога вот эта запись Андрею Николаевичу Савельеву с самым искренним уважением. Тогда, в 2004 году, казалось, что мы настолько близкие единомышленники, что не надо ничего друг другу объяснять, и так все объяснено в прежних публикациях. Вот. Здесь тоже есть о чем подумать, тоже есть некие критические моменты, связанные с этой книгой. Она отражает, как я представляю себе, содержание докторской диссертации Натальи Алексеевны, и можно понять направление ее научного поиска, который сейчас, конечно, сильно осложнен той должностью, которую она занимает, беспокойством о фонде, который финансировали близкие к властям бизнесмены, может быть, по прямому поручению. Поэтому с научным поиском, конечно, сложно. И для многих, вообще надо отметить, для многих докторов наук, после защиты докторской диссертации наступает такое расслабление, может быть, на всю оставшуюся жизнь. Или люди находят какие-то административные должности, где особенно напрягаться с научной литературой, с научным поиском не приходится и не нужно. Либо живут прежним своим интеллектуальным багажом, перестают читать новую литературу, перестают искать новое поприще для своей мысли. Ну, Наталья Алексеевна нашла себя вот в такой международной деятельности, просветительской скорее, чем научной. Но вот некое научное наследие она оставила вот в таком увесистом томе «России, русские, мировой истории». Но пока что мы обратимся к книге «Русский код развития». Это сборник интервью и некоторых статей, докладов с 2006 года по 2015. Многие идеи, которые здесь высказаны, повторяют книгу «Россия и русские в мировой истории». Ну, видимо, самые любимые идеи, они сами собой оглашаются повторно не один раз, иногда буквально, дословно. В этом нет ничего постыдного. В книге «Русский код развития» повторяются в такой общедоступной форме некоторые мысли из вот той фундаментальной книги, которую Наталья Алексеевна написала. Традиционно в работах Натальи Алексеевны критикуется западничество. И вот она пишет: «Под идеологическим флагом вхождения в цивилизованное сообщество Россия стремительно утратила свою роль равновеликой совокупному Западу геополитической силы, препятствия для управления миром». Это очень важная мысль, которая говорит нам о том, что если мы чувствуем себя частью Запада, то тогда мы становимся маленькой песчинкой на этом Западе, неким приложением к Европе и всему западному миру, не самостоятельной цивилизацией и даже не суверенным государством. То, что мы потеряли в результате западничества, склонности верхов Российской Федерации к следованию западным образцам, стандартам, неописуемо. Это настолько огромные потери, что вернуть их, даже если сейчас сориентироваться в правильном направлении, может быть, придется через 100 или через 200 лет. Столько потребует это усилий с нашей стороны. Но пока эти ориентации не сменены, мы скорее можем прогнозировать дальнейшее расчленение России и ее гибель, а не возвращение того, что было утрачено раньше. Потому что западническая ориентация,
путинистов в сравнении с ельцинистами никак не изменилось. Но об этом Наталья Алексеевна не пишет. Напротив, она, видимо, склонна считать, что все идет в верном направлении, за исключением некоторых моментов, которые она может критиковать. Но не обращаясь ни к верховной власти в России, ни к правящему режиму, а скорее к оппозиции, которая пытается как-то оспорить право на власть у ныне действующей либеральной группировки. Либеральная группировка вне власти, либеральная группировка внутри власти. Автор книги пишет: «Без национальной воли никакая материальная сила, даже наличие ядерного оружия, не работает. Мы это видели в начале 90-х». И это действительно так. Разразившийся системный кризис либеральной экономики особенно наглядно обнажил факт, что возвращение Прибалтики, Венгрии, Чехии, Польши, балканских государств в западный ареал в конечном итоге не сделали Европу сильнее перед вызовами грядущего века, а хваленный финансово-экономический каркас Евросоюза едва выдерживает дополнительное бремя. То есть западничество гибельное для самой Европы. Мы действительно это замечаем по последним событиям, по событиям на Украине, по миграционному потоку, который накрыл западноевропейские страны. Европе еще предстоит осознать, что с перемещением динамизма развития в Азию роли Европы в мировой политике угрожать может не российской великодержаве, а наоборот, только его ослабление. К сожалению, эта мысль не доходит до европейских политиков, ну, просто в силу того, что с ними разговаривают на языке, который им слышится только как заискивание. Вот это заискивание, перемежаемое иногда такими риторическими всплесками, которые ужасает западную общественность, вот и все, что может российская дипломатия и в целом внешнеполитический курс нынешнего режима. Никаких реальных сдвигов в позитивную сторону мы просто не видим в течение многих и многих лет. Ну вот Наталья Алексеевна Нарочницкая – это человек, который мог бы что-то сделать для того, чтобы ориентации внешнеполитические поменялись. Но ее приняли во власти только как обслуживающий персонал и вряд ли когда-нибудь дадут что-либо делать реальное в дипломатии, в народной дипломатии или как-то создавать реальный вектор внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Для России быть великой державой – это не блестящая мишура на национальном платье, которую можно снимать и одевать по праздникам. Это единственное условие нашего самостояния в мировой истории. Хорошо звучит, если бы только за этими словами последовали какие-нибудь действия со стороны нынешней президентской администрации или правительства под руководством Медведева. Нет, ничего подобного мы не видим, к сожалению. И великодержавие считается, наоборот, чем-то постыдным. И мы все время оправдываемся, ну не мы, а вот они, все время оправдываются, когда выступают перед иностранной публикой, в том, что мы вообще не империя, никаких имперских амбиций не преследуем и вообще ни на что не претендуем. Ну раз не претендуем, значит и не получим. Борьба с мифическим великодержавным шовинизмом с 17 года шла практически непрерывно, надо сказать, и ведется до сих пор. Когда национальному чувству не позволяют развиться в освещении высших ценностей, оно деградирует до уровня животного инстинкта. Так что рост популярности праворадикальных движений свидетельствует не о переизбытке любви к отечеству, а о недостатке патриотизма. Ну, здесь, мне кажется, мысль довольно сомнительная. Оказывается, правые радикалы – это симптом болезни, отсутствия или недостаток патриотизма. Давайте накачивать патриотизм, давайте больше пропагандистских материалов, вот, настолько тупых и безнравственных, что они действительно только отталкивают. Как еще патриотизм может воспитываться? Я думаю, что последовательным предъявлением примера со стороны представителей власти, как надо жить. А пока они нам показывают, как нельзя жить, как Россия вообще не может выжить. А праворадикальная реакция, она практически сошла на нет, от нее ничего не осталось. Вся эта реакция сидит по тюрьмам. И вся прошла издевательство полиции и судов. Поэтому нет никакого праворадикального движения. Остались только праворадикальные настроения, которые присутствуют в интернете. И их пытаются оттуда всячески стереть, тоже возбуждая дела по 282 статье за слова. Якобы эти слова кого-то там потрясают и
посягают на основополагающие права и свободы граждан. На это посягает только нынешняя российская власть, самозванный политический режим. На протяжении 90-х годов шла бескомпромиссная борьба за российское наследство, имеется в виду европейская борьба или западных стран, что вполне закономерно. Вакуум силы всегда порождает непреодолимое искушение занять пустующую нишу. Действительно, страну нашу рвали и продолжают рвать. Мировые игроки – это уже не государство, это уже надгосударственные, внегосударственные группировки, которые финансируют и терроризм, и подкупают правительства, которые имитируют суверенитет. Ну, какими суверенными государствами могут быть там, среднеазиатские республики или закавказские республики? Нет там никакого суверенитета, никогда и не было, и не планировалось. Но как только Россия и русские отступили из этих территорий, туда вошли сразу же наши враги. И эти прибрежные территории, можно сказать, в таком геополитическом пространстве рядом с русским континентом, становятся для нас враждебными, по крайней мере, недружественными, и никаких попыток вернуть под свое управление эти территории ни ельцинская, ни путинская власть не сделала или просто не смогла. Ну, не могут они справиться с такой большой страной, как Россия, и не могут быть империей, не способны, у них империя не вкладывается в их крошечные головки, в их жидкие мозги. На наших глазах терпят крах суверенитет и государство-нация, понятие которое со времен Вестфальского мира 1648 года были краеугольным камнем международных отношений. И в связи с этим возникают войны, целью которых является повлиять на внутреннюю политику. И это явление абсолютно новое. Действительно, раньше во внутренние дела иных государств просто не вмешивались, а вели действительно международный или межгосударственный диалог. А вот влезать во внутренние дела других государств – это мода уже второй половины 20 века. Распоясавшийся глобальный либерализм, который стал оружием против других государств, теперь оправдывает вооруженное и невооруженное вмешательство во внутренние дела, в том числе и Российской Федерации. Насаждение либерализма здесь привело к колоссальным потерям во всех отношениях. И продолжение либеральной ориентации в российской политике – это для нас знак катастрофы. Пока либерализм правит в России, Россия гибнет. Что ж дальше? В мире множится число войн, международное право сдано в корзину. Запад берет на себя роль ментора, и в глобальной политике царит тотальное лицемерие и фарисейство. И в национальной, и в местной политике в российской тоже царит фарисейство. Россия сегодня вправе предложить миру идею, но какую? На мой взгляд, в ее основе вполне может лежать представление о мире как о гармонии, разнообразии, концепция, которая совсем не противоречит идее единства мира. Мы, русские, тоже ощущаем себя частью вселенского человечества. Недаром Достоевский писал о всечеловечности нашей души. Однако у каждого человека и у каждого народа свой путь, и нам всем пора научиться его ценить и уважать. Тоже есть с чем поспорить, но пока пропустим этот пассаж, отметив, что есть с чем спорить. У нашего народа исчез даже инстинкт размножения. Об этом свидетельствуют данные последней переписи населения. Налицо демографический спад, женщины практически не рожают, а ведь дети в России рождались даже во времена войн. Народ на ментальном уровне не хочет размножаться, у него нет желания продолжать свою историю на своей территории. Недаром особо яростные оппозиционеры говорят о том, что в стране установлен оккупационный режим, ведь людям в неволе, то есть в оккупации, как животным в клетке, не до мыслей о продолжении рода. Правда, в последнее время демографическая ситуация все-таки немножко улучшилась. Ну, это, скажем так, улучшилась она, может быть, в отчетах Росстата, но реально нет. Росстат теперь тоже выполняет политическую функцию обмана граждан, обмана всей страны. Вот слова Натальи Алексеевны Нарочницкой о миграции. Нельзя рассчитывать, что привезенные на нашу территорию мигранты, то есть люди иной национальной культуры, смогут развивать ее в соответствии с существующими на ней историческими культурными традициями. Это абсолютная утопия, это глубокая ошибка, которая может нарушить и так трудный ход истории нашего народа в условиях международного давления и негативного отношения мирового сообщества к России.
Дело в том, что при таком сильном замещении населения, точнее сказать, народа, имеющего территориальное самосознание, сплоченного не воинственным настроением, а национальным духом, мигранты вместо того, чтобы в него интегрироваться, уважая местные обычаи, национальные традиции, начинают воспроизводить куски своей культуры, которая априори вступает в дисбаланс с культурой местного населения, поглощая ее. Идет люмпенизация, духовное умирание населения, разрыв социальных связей. А если у народа нет культурного, национального, этнического, религиозного, духовного потенциала, не будет и стойких успехов экономического развития. Не то что устойчивых, вообще никаких успехов. Неквалифицированные таджикские и узбекские рабочие привносят в русский социум свои феодально-классовые отношения, которые потом переносятся в область закона. Я их не осуждаю, но пусть они выстраивают свои кланово-родовые отношения на своих территориях, на Кавказе, в Таджикистане или Узбекистане. Пускай они применяют клановые методы решения социальных проблем у себя на родине. Такая практика совершенно не свойственна русскому народу, поэтому костяк русского населения оказывается в проигрыше как экономически, так и морально. Получается, что нынешняя структура экономики, которую никак не смогут скорректировать политики, просто убивает русский народ, лишает его социальной и исторической энергии, поэтому восстановление производительной экономики – это стимул к возрождению энергетической роли русского народа как стержневого народа русской истории и территории. Истинный, теперь о патриотизме, снова истинный русский патриотизм имеет высокие, светлые идеалы и цели. Он не агрессивен, он побуждает к созиданию, к историческому деланию, а задавленный, униженный, извращенный патриотизм возбуждает в людях гнев, угрюмую злобу, пестует деструктивное начало. Кажется, деструктивное начало может патриотизм создавать. В Советском Союзе не было ни одного ведомства, которое бы занималось социокультурными аспектами жизни русской нации. В государственном плане мы, конечно, россияне. Россияне – это хорошее слово, оно определяет гражданство и связанные с ним экономические аспекты. Но как носители культурно-исторического кода, который создает исторические нации, мы, конечно, русские. Тоже есть о чем поспорить. Зачем нам этот термин «россияне»? Кстати, цена на жилье – это основная причина демографического спада в России, потому что молодым семьям негде жить, а значит, негде растить детей. Накопить на квартиру не может даже хорошо зарабатывающий москвич. Это позорный факт. И он свидетельствует об уродливости нашей экономической политики. Наше земельное законодательство пребывает в состоянии паралича, в нем много непродуманных решений, отражающих нашу уродливую экономику. Теперь такой политологический пассаж. Это ведь только курьез постсоветской политической семантики сделал правыми убежденных воинственных левых либералов, атеистов и рационалистов, граждан мира – Сахарова, Боннар, Ковалева, Чубайса и Немцова, представителей левой большевистской эстетики пролеткульта – Евтушенко, Вознесенского, Аксенова – с их эстетикой советского андеграунда. Даже гротескные персонажи вроде Новодворской выдают образ Петруши Верховенского с дохлой мышью в кармане для иконы, именуют себя и считают правыми, хотя относятся к философской и идеологической левизне, к левацкой субкультуре. Вот это абсолютно правильно, полностью поддерживаю. Наш образованный слой, особенно гуманитарии, был гораздо больше проутюжен марксизмом, чем простой народ, который сохранил шукшинское отношение к действительности. В те времена встретишь столичного университетского профессора либо марксист-ленинец, либо либерал-западник, а сторонников русского национального державного направления, которое могли бы панорамно взглянуть на все века нашей истории, было совсем немного. Речь идет о 90-х годах. О государстве. Общественный договор Руссо, который, как считается, лежит в основе западной демократии, по сути подразумевает под государством совокупность граждан, объединенных простой отметкой в паспорте, заключающих как бы контракт с ним. Да, россиянин же, согласно формулировке Филарета Московского, лучше было бы русский сказать, государство в идеале – это общество семейного типа, когда нация представляет собой одно большое семейство, а власть несет моральную ответственность, думает не только о рациональном и правильном, но и о праведном и должном, как истинный отец. Тем не менее, в начале 20 века в идейном споре о том, какой модернизационный проект предпринимать, свой или заимствованный, славянофильство на целый век проиграло западничеству, которая нам сначала явила бесов социальности, а затем, когда от тех устали, гримасу демонов индивидуализма в лице наших постсоветских либералов. Максималисты и доктринеры, они сочли, что выше доблесть подлинного демократа потирать руки от неудач своего правительства, топтать собственную историю, оскорблять жизнь и подвиг отцов. И все это вместо смиренного преодоления заблуждений и их осмысления.
Нас и так сегодня накрыла волна невежества, необразованности, грубости, некомпетентности и чудовищной самонадеянности, особенно в интернете, надо сказать. Мы не интересуемся собственной историей, литературой. Это трагедия, потому что если нация не знает собственной истории и теряет богатство своего языка, она не может продолжать себя в истории, и она не сможет удержать свою территорию. Это к тем всем фантазерам, которые придумывают историю России, вместо того, чтобы взять такой... свою историю, какой ее нам Бог дал. Выдумывают там всякие ведизмы, всякие там миллионолетние инглизмы и прочую дребедень. Это фоменковщина, резуновщина и прочие-прочие выдумки о русской истории, которые становятся популярными и которые вредят русскому национальному самосознанию, к сожалению, широко распространены. А элементарная образованность в истории и литературе, которая раньше была просто присуща даже советскому школьному образованию, все это отошло куда-то в прошлое. По всем экономическим и макроэкономическим показателям для инвентаризации ресурсов и инструментов выживания можно было бы без всякой идеологии руководствуясь лишь здравым смыслом частично и закрыть страну на время, чисто ситуационно, просто чтобы сформулировать некую стратегию будущего, а потом уже постепенно открываться. Кстати, о подобном задумываются сейчас и некоторые из европейских стран. Но кто у нас к такому готов психологически, когда столько лет совсем иное вдалбливалось в наше сознание? На всех экономических форумах только и ждут подтверждения и обещания не проводить протекционистской политики. Попробуй ограничить частный вывоз национального достояния. Какой визг поднимется? А сколько всего сегодня уходит из страны? Так проект «Россия» сам по себе закрывается. Действительно, ничего не делается, хотя действительно страну грабят просто ужасным образом. Границы открыты настежь, суверенитета просто нет. Порядочный человек останавливается гораздо раньше, чем предписывает закон, а благородный еще раньше, а тот, кто стремится к святости, еще раньше. Закон тогда только вступает в силу, когда непорядочность приобрела массовые социальные опасные формы, а удерживать от преступления должны нравственные нормы. Этого мы не поймем, но если мы этого не поймем, то никогда не одолеем коррупцию. Правильные слова. Их бы да в уши или в мозги правящей группировки. Хотя русский человек привержен своей вере, своим традициям, тем не менее сильнее остальных чувствует, что слово Христово обращено ко всем абсолютно, что никого нельзя считать варварами. Без такого отношения никогда бы русские не создали государство от Буга до Тихого океана, в котором плавно соединились через веротерпимое православное ядро практически все цивилизации, католическое, протестантское, включая ислам и пантеистическое государство Дальнего Востока. Ну, там не было таких государств, правда, отметим. И никогда бы русские не смогли удержать свое государство, если бы не было такого отношения к согражданам, но, скажем так, не братьям по вере. Именно мы создали такое государство. Этот опыт сегодня, когда все говорят о борьбе и соперничестве цивилизаций, бесценен. Россия – это уменьшенная модель мира, и нам понятны и проблемы дворцов, и проблемы хижин, проблемы людей без воды где-нибудь в Африке и взгляды чикагской богемы. Поэтому не американцы, а именно мы являемся моделью этого сложного мира с его противоречиями, его перепадами в культуре и цивилизации, в технологии, в климате, если хотите. Я бы сказал, что все это верно при одном условии – русское лидерство, русское национальное государство. Если это так, то можно принять все, что сказано Натальей Алексеевной Нарочницкой. А если это не так, то тогда мы растворяемся в этом многообразном мире и перестаем быть и суверенным государством, и суверенной нацией, перестаем быть русскими. Марксизм настолько противоположна русскому религиозному мировоззрению доктрина, что, конечно, Россия представлялась им врагом. Энгельс откровенно писал об этом в некоторых своих статьях, которые опубликованы и у нас, хотя полное собрание его сочинений в России так и не издано. Марксизм – чисто западная теория, которая не могла родиться на нашей почве. Классики марксизма обвиняли Россию и абсолютно ложно в том, что за всеми антиевропейскими идеями стоял грозный русский царизм, который, как писал Энгельс, считает своим достоянием все, что есть в Европе. Это полная чушь, потому что даже на Первом славянском конгрессе единственным русским был Бакунин, опальный человек, которого царское правительство заключило в крепость. А Маркс вообще считал, что Россию надо вернуть к временам Столбовского мира. В произведении, опубликованном дочерью его после смерти,
«Тайна дипломатической истории XIX века» говорится, что все зло мировой политики от России. Энгельс тоже считал, что русская дипломатия – главный враг. Вера Засулич писала, что если в министерство мы сумеем внедрить наших людей, то тогда силу России сумеем уменьшить, окоротить. А Ленину была абсолютно чужда красота русской религиозной жизни, та, что описал в «Лете Господнем» Иван Шмелев. Он описывает литургический год, построенный на житии и переживаемый от Рождества до Пасхи, где весь круговорот жизни соединяется с переживанием о судьбе Христа и его воскресении. Образ Ленина овеян многими мифами. Ленин, конечно, был выдающийся ум, выдающийся тактик, при этом абсолютно беспринципный, что вообще свойственно марксистам. Об этом еще Герцен в «Былом и думах» писал, что с марксистами ни о чем нельзя договориться, потому что они считают себя вне той этической рамы, которая признается остальным обществом. Их доктрина – построить совершенно новый мир на униформных стандартах, одинаковых для всех, на чисто материалистических, рационалистических критериях. Поэтому эта сторона русской жизни, русского характера подлежит искоренению, о чем первые большевики откровенно писали, особенно Троцкий, которому принадлежит высказывание: «Пока мы не уничтожим русский дух, успеха в революции нам ждать нечего». Вот, очень правильные слова, и желательно, чтобы их слышали все поклонники коммунистической и социалистической доктрины. Все эти доктрины абсолютно чужды России, абсолютно. То есть от первой до последней буквы, даже если там говорится что-то о социальной справедливости, если там что-то говорится о достоинстве человека, о том, что он должен жить в материальном плане достойно. Если даже там повторяются какие-то элементы христианской догматики, все равно коммунизм и социализм – это абсолютно враждебные России доктрины. И все эти доктрины ведут к одному первоисточнику – к марксизму. Выбросить из головы марксизм – это для русского человека прямая мировоззренческая обязанность. Он не становится в политическом, мировоззренческом смысле русским, если он этого не делает. Об Украине. На Украине интеллектуальная элита до сих пор не вышла из стадии самоутверждения. У нее какой-то комплекс неполноценности, и она от противного строит свою государственную идею, повторяя: «Мы не Россия». У нее какая-то ревность к России. Я знаю, что люди внушали своим детям: если бы не русские с их великой Россией, то именно они, украинцы, ощущающие себя единственным наследником святого Владимира, могли бы стать тем, чем стала Россия. Ну, действительно, какая же подлость. Украинцы, как часть русского народа, и стали тем, чем стала Россия. Они и были всегда Россией. И только вот эти безмозглые правители советские убедили в том, что Украина нечто отдельное от России. Ну и постсоветские-то уж воспользовались этим для того, чтобы покорить Украину. Украинство – это рабство. Это рабство. Как и россиянство, надо сказать. Только русское самосознание освобождает. И эта освободительная революция должна произойти в русских мозгах. Если полистать украинские учебники, то можно увидеть, что мазепавщина, как именовалась такая идеология до революции, преподавалась в школах все эти 20 лет. Поэтому мы упустили это еще раньше. И возвращение Крыма обнажило все. Но мы правильно сделали: лучше терять при победе, чем терять то же самое при поражении. Ну, не, поражение-то все-таки состоялось, оно просто не признается. Давайте не будем гадать, что будет потом. Дело в том, что крымчане пронесли свою веру в то, что они принадлежат к русскому миру, все эти 20 с лишним лет, и достаточно было возникнуть такой ситуации, почувствовать, что их поддержат, как фонтан забил, и в других областях Украины идут очень сложные процессы, но украинцы сами должны решить свою судьбу. Я верю, что русофобская версия потерпит крах и приведет к колоссальному разочарованию самих украинцев, и они поймут, что своими руками загубили доставшееся им наследство. Дальше не буду цитировать, не очень правильные высказывания. Любая государственная доктрина, основанная на уничтожении преемственной истории, не имеет никакого будущего. Очень жаль, что украинцы не чувствуют, какой дар, какое огромное наследие у них в руках. Не надо видеть в нас врага, ведь оба наши народа – наследники Великой Киевской Руси, и это наследие так велико, что едва хватит наших плеч, чтобы вместе его нести. Но им не уйти от этого комплекса младшего брата, который ревнует ко всему и хочет сделать все наперекор, даже против собственной выгоды, чтобы только не быть как старший. Это действительно детство, это впадение в детство, а грубее говоря, это дебилизм, дебилизация населения Украины.
ведь вы все русские, кто называет себя украинцами, вы все русские, за исключением тех западенцев, которые ненавидят все, что связано с Россией, с ее историей, да и с Украиной тоже, потому что ничего славного у Украины нет, если исключить из нее все русское. Среди иммигрантов первой волны был такой историк Николай Ульянов. Он написал прекрасную, очень горькую работу об истоках украинского сепаратизма. Разбирая ультранационалистические русофобские версии украинские идеи, он приходит к выводу, когда-то считалось, что ультранационалистическая партия лучше всего выражает чаяние народа. Нам же явлено увлечение ультранационалистическими идеями, направленное не на возрождение, а на искоренение национальной души. Начинается уничтожение истории, гонение на церковнославянский русский язык, меняется трактовка исторических событий. Это уничтожение, а не поддержка национальной истории. Национальная история на Украине только русская. Все остальное выдумка, все остальное направлено только на дебилизацию населения страны. Им внушена Каинова ревность к Авелю. Это такая гордыня. Если Россия такая большая и мощная, то и Украина могла бы стать такой. Это фантасмагорическая идея, которую внушили молодежи. Это воля, о которой они пишут. Какая воля? Ведь ничего не изменилось со времен революции и гражданской войны. По полям Украины бродили в враждующие друг с другом банды, всякие батьки Махно, Петлюра, гетманы менялись. Но никогда не было общей идеи. Кому нужна такая воля? Воля нужна для собирания, а не для разрушения. Хочется сразу задать неполиткорректный вопрос. Почему вы на Западе так восторгались Лениным, сравнивая его с Робеспьером, и так яростно осуждали политику Сталина? Сталин ведь был продолжателем дела Ленина, по крайней мере в том, что касалось репрессий. В действиях Сталина усматривается классическая в данной ситуации тактика, когда на алтарь революции приносятся в качестве жертвы ее верные сыны. В 20-е годы Запад, в общем, не имел ничего против большевистского режима, считая его слабым и для себя неопасным. Когда же в 45-м году СССР превратился в мощнейшего геополитического игрока с ореолом победителя нацистской Германии, начинается холодная война. Простое совпадение. И не надо говорить, что холодная война была вызвана страхом и отвращением, который внушал Сталин. После его смерти Хрущев положил конец массовым репрессиям. Сотни тысяч были реабилитированы. Но холодная война все продолжалась. Почему отношение Запада к СССР не изменилось? Конечно, это был жестокий режим, но начиная с 56 года удалось полностью покончить с этой логикой истребления, доминировавшей в первые послереволюционные десятилетия. И вы должны признать, что при Брежневе СССР был на мировой арене абсолютно адекватным партнером, соблюдавшим все международные конвенции и договоры. По каким еще причинам Запад мог настаивать на продолжении холодной войны, мечтать о распаде СССР, если не по геополитическим? Ну, я бы еще сказал, что здесь был, конечно, тайный замысел об истреблении русского народа, захвате территории России, вообще уничтожении России как исторического субъекта. Эта цель продолжает преследоваться как внешними, так и внутренними врагами. Действительно, Советская Конституция представляла республикам право на самоопределение вплоть до их полного отделения, однако это положение по своей сути вступает в явное противоречие с международным правом, и ООН это право на самоопределение признавалось лишь в отношении государств Африки в период деколонизации. Для меня является очевидным, что к моменту распада СССР в течение последующих 10 лет руководство страны перестали заботить истинные интересы России. Ельцинский режим опирался на либералов, которые, по примеру первых большевиков, во имя утверждения своих идеалов готовы были пожертвовать и частью территории, и в целом национальными интересами страны. Кроме того, эти либералы нещадно набрасывались на всех, кто имел иные взгляды, нежели они. А между тем вопросы, касающиеся геополитической стратегии государств, решаются на основе консенсуса. К примеру, россиянам необходимо было предоставить право решать, нужен ли им выход к Балтийскому морю или нет. Но за исключением последней фразы я согласен. Да не надо ставить вопрос, нужен ли россиянам, ну на самом деле русским, выход к Балтийскому морю. Это просто азбука. Если кто-то говорит, что не нужен, то его и спрашивать не надо. Это человек неадекватный, не понимающий вообще смысла этого вопроса или просто враждебный к России. Что значит спрашивать? Не надо никого спрашивать. Геополитика – это преследование национальных интересов. И если кто-то не преследует или отказывается преследовать эти интересы, он просто вне той политики, которая необходима каждой развивающейся и суверенной нации. Поэтому не надо никого спрашивать, не надо никаких голосований. Здесь просто проповедь геополитических уступок должна определяться как преступление против нации и государства, и эти люди все должны сидеть в тюрьмах. Или помалкивать, закрыв рот на замок и занимаясь чем-то другим, но только не политикой. Идеи марксизма можно отрицать и высмеивать сколь угодно, но только не жизнь наших отцов и дедов. Потому что если Советский Союз и стал великой державой,
то так это благодаря их победе над фашизмом, а не репрессиям. И чтобы победить в этой войне, Сталин, будучи очень проницательным человеком, активно использовал идею Родины, а социалистическая она или нет, не так уж и важно. Наши отцы и деды сражались не за социалистическое государство, они сражались за Родину. Действительно, за Родину, и никак не за социализм. Об образовании. Хорошее образование можно получить только в университетах с педагогической традицией за плечами, ориентированной на национальное мышление, национальную культуру. Это и есть элитное учреждение. А у нас элитность измеряется наличием бассейна и поездок за границу за счет богатых родителей. Пресловутая демократия обязана гарантировать изначально равные возможности получить хотя бы среднее образование, что вовсе не исключает спецшколы, школ для одаренных детей. А у нас сейчас программируются именно неравные возможности самого доступа к образованию. Вот об этом бы подробнее Наталья Алексеевна написала бы статью. Честь была бы ей хвала. Любой народ на своей земле против чужеземцев сражается только за Отечество, какие бы символы ни были на знаменах. А они всегда те, которые в то время являются государственными символами. Поэтому неверно говорить, что мы сражались в Великой Отечественной войне за коммунизм, например. Хотя, наверное, это окрашивало у многих свое отношение. Теперь с некоторых пор, наверное, где-то с 70-х годов, когда изменилась стратегия Запада по отношению к нашей стране, стали говорить, что война, оказывается, велась за американскую демократию. Главное преступление Гитлера – это даже не претензии на территории народов, которые вообще никогда в жизни не были в орбите немецкой истории. Главное даже не расовая доктрина, а отсутствие демократии. Тоталитарный режим. И начинают говорить, воевали два одинаковых омерзительных тоталитарных монстра. Идеологическая окраска, там свободный мир, демократия, а у нас коммунизм. Обе идеи стремились представить себя как чаяние всего человечества, и поэтому вот эта идеологическая борьба стала сравнима с религиозными войнами между католиками и протестантами. Это нечто новое в 20 веке, потому что раньше противоречия признавались как реальные противоречия между государствами. Выходы к морю, конфигурация границ, экономические зоны какие-то. И страны, не стесняясь, откровенно говорили, что их национальные интересы диктуют, чтобы проливы были не заперты. Или наоборот, вот Англия всегда хотела запереть проливы для России. Отсюда все катавасии на Балканах, восточный вопрос и так далее. Но даже в этот период никто и никогда на Западе ни политики, ни политологи никогда не отождествляли нацизм и коммунизм. В политологии, в науке западной они считались антиподами. Коммунизм ставил своей целью облагодетельствовать весь мир, всеобщее равенство. На этот алтарь надо было положить все национальное. И большевики даже не скрывали, что для них Россия – вязанка хвороста, чтобы поджечь ее, надо принести жертву. Какой-нибудь пролетарий в Латинской Америке был дороже, чем собственный помещик, которого надо было гнать, убивать. А гитлеровская расовая доктрина, напротив, объявляла природную неравнородность людей и наций. То есть люди не равны. И цель была весь мир положить к ногам одной нации, превратить ее в расу господ. Ну да, основное различие может быть здесь. Гитлер воевал за свою нацию, а коммунисты воевали против своей нации. Вот это различие действительно фундаментальное. В середине 90-х годов, после того, как был разрушен СССР, а его преемницей стала Россия, Запад уже не ограничивается преуменьшением и даже развенчанием в победе над когда-то общим врагом. Теперешняя задача задним числом обвинить СССР чуть ли не в преступном государстве, подвергнуть его запоздалому суду. Только этому служит абсурдное уравнивание Сталина и Гитлера. Иногда уже раздаются голоса из Прибалтики, призывающие подправить решения, принятые в Нюрнберге, которые почему-то не осудили сталинский режим. Но надо сказать, большевики ведь вместе с Западом были заодно в очернении истории Российской империи. Вот тогда, и поэтому, может быть, Запад и большевистский режим были заодно. Сейчас, в общем-то, либералы, путинисты заодно с западным режимом, потому что они не столько занимаются словами, сколько делами, истреблением нашего Отечества. Все эти выдумки об истории 20 века – это способ давления на Россию с дальнейшим лишением его всякого ореола каких-то заслуг в 20 веке, развенчания ее как великой державы. Сегодня, может быть, как никогда, история стала инструментом политики, и инструмент этот со стороны западных стран, направлен против России, наносит ей ущерб. Образ нашей страны посредством последовательной осознанной дезинформации и переписывания истории не просто меркнет в сознании. Ложь, фальсификация, развенчание закладывают сугубо негативные и даже отталкивающие базовые представления о России. А это уже разрушает нормальный фон для плодотворного развития будущих международных отношений. Вот
поэтому задача как-то развенчать советскую историографию и создать действительно настоящую историю России, которая вся оплевана, очернена, очернялась до советской истории советскими историками, и теперь очерняется и советская история постсоветскими историками. Но тут нужен идеологический выбор, и без него ничего не сделаешь. Не осудишь марксизм и не отделишь его от России, если этого выбора не будет сделано, если история не будет поддаваться концептуально, а не как совокупность разнородных взглядов. Верный взгляд может быть только один, и к нему надо стремиться. Историческая программная установка Запада в 20 веке – увековечить результаты революции Брестского мира, не признать восстановление утерянных территорий, объявляя его агрессией того же большевизма, именно следуя данной программе, боролась за интересы Запада так называемая комиссия Александра Яковлева. Вспомним, что этот член Политбюро пытался инициировать в 1972 году настоящий идеологический погром русского национализма и великодержавного шовинизма. В своей статье «В правде» под названием «Против антиисторизма. Будущий прораб перестройки» обрушивался на элементы русской преемственности, советской государственной идеологии и на державно-национальную линию в руководстве КПСС. Демонизация победившего СССР невозможна без демонизации ее руководства. Всем нам, не желающим повторения репрессий и революционных экспериментов, не стоит обольщаться. Запад демонизирует Сталина вовсе не из филантропического, добросовестного отрицания и осуждения репрессивного начала в политике государства. Иначе бы он также демонизировал и Ленина, и Троцкого, и собственных исторических личностей, заливших не раз кровью свою цивилизованную Европу. Что стоит за попыткой западных стратегов сделать вдруг только из Сталина злодея всех времен и народов? В религиозных войнах протестантов и католиков была истреблена почти треть населения Центральной Европы под лозунгом «Убивайте всех, Господь потом разберет своих и чужих». В диктатуре Кромвеля, в английской революции, в революционном терроре глашатаев свободы, равенства, братства Робеспьера и Д'Антона, придумавших гильотину, на душу тогдашнего населения погублено было больше, чем в экспериментах 20 века. Это факт истории. Но вот лишь в нас пытаются посеять сомнения, можно ли чествовать победу коммунистического СССР, да еще с таким руководством. Постсоветское западничество не является подлинным либерализмом, тем более не является оно правым. Философия правых и либералов – это воинствующее левое либертарианство, калька с марксизма. Оно исповедует ту же истматовскую доктрину линейного прогресса. Мир движется к единому цивилизационному образцу. Есть страны, которые в этом преуспели, а другие надо подтолкнуть. Либерализм, мировоззрение, производная от идеи просвещения, об автономности человека от Бога, который неизбежно приводит к утверждению автономности человека от всех высших ценностей. Сначала религиозных, затем вытекающих из них нравственных, далее национальных, а наконец семейных. В идеологии постсоветских либертариев центральным стал тезис: демократическое гражданское общество – это не нация, то есть преемственно живущий организм с общими ценностями и историческими переживаниями, а сумма индивидов, объединенных отметкой в паспорте. Мерилом цивилизованности стало кредо «Ubi bene, ibi patria» – где хорошо, там и отечество. А образцом демократа – гражданин мира, который в Совете Европы демонстрирует, как сладостно отчизну ненавидеть и желает поражения собственному отечеству в войне. Марксизм и либертарианство – родственники версии безрелигиозного, безнационального глобального сверхобщества, соперничающие в 20 веке за лидерство в глобальном управлении униформным миром. По сравнению с либертарианцами, великие либералы прошлого – консерваторы, готовые взойти на эшафот за идеи. Для них, выросших в христианском, а не коммунистическом мире, был чужд тезис о том, что физическая жизнь – высшая ценность. Мифом российского либертарианства является их монополия на учительство о свободе. Гражданские и политические свободы есть производные от свободы внутренней, созидающие у личности постоянный спрос на реализацию этой внутренней свободы во взаимоотношениях с другими личностями и обществом в целом. Свобода – глубоко христианская категория, дар Святого Духа вместе с умением различить добро и зло, грех и добродетель. В этом триединстве и развивалась человеческая культура, порожденная грандиозным испытанием свободной воли человека, соблазном зла и долгом перед Богом и людьми в отношении добра. Либерализм и марксизм – двоюродные братья, две ветви одной философии. У марксистов субъект истории не нация, а класс.
у либералов не нация, а индивид. От обеих доктрин христианское мировоззрение отстоит далеко. Христианское братство есть нравственный солидаризм. Он не имеет ничего общего ни с либертарианскими демонами индивидуализма, ни с бесами принудительного коллективизма, изудом творить нового человека и новое общество. Правое мировоззрение – это охранительный консерватизм во всем, от государства до личной жизни. Это философский антиэгалитаризм, происходящий из суждения религиозного канона о противоположности, а не относительности добра и зла, порока и добродетели, иерархичности всех ценностей. На уровне политического сознания это вера, отечество, нация, держава, примат духовного над материальным, национальных интересов над универсалистскими проектами. В культуре это разграничение красоты и уродства, нормы и извращения. На уровне бытового сознания это церковь, семья, целомудрие. Нация устала презирать собственную историю, но либертарии верны штампам Маркса, Энгельса и Ленина о России, тюрьме народов, соединив в себе худшие черты западничества прошлого. Страсть подражания Западу от нуворишей 18 века, истерическое отвращение ко всему православно-русскому от раннего большевизма и, наконец, уже не наивное, а воинствующее философское невежество во всем, что находится за рамками истмата эпохи застоя. Постсоветское западничество, в отличие от великого духовного поиска 19 века, перестало быть стороной русского сознания и превратилось в его тотальное отрицание. При этом скотский материализм съел и порядок, стал свойственен не только обывателю, но и российскому переделкинскому интеллигенту. И тот сегодня удручает убогостью запросов и духом смердяковщины. Я всю Россию ненавижусь. Кстати, у национал-демократов я это встречаю постоянно. Поэтому они настоящие либертарии, а вовсе не какие-то участники русского национального движения. Об Октябрьской революции, может быть, завершающий фрагмент. Самый главный урок октября заключается в том, что любой революционный проект до основания – это богоборческий вызов миру, Божьему замыслу, России и человеке. В революции 17 года и в более поздней революции 91 года мы потеряли итоги трудов 10 поколений русских людей. Еще один важный урок октября – пока русские стоят друг против друга, постоянно обвиняют, требуют друг у друга покаяния, весь мир пользуется результатами нашего безверия, нашей неспособности найти согласие ни по одному из важнейших вопросов своего прошлого, настоящего и будущего. Другие пожинают успехи в нашем неустройстве и смуте. Расколотость нашей нации создает паралич, в котором теряется понятие национальных интересов, общего стратегического пути и нашего места в истории. Закулисная история революции, история связи революционеров с Западом и его финансовыми и политическими пружинами была скрыта от нас долгое время. Проливать свет на это было невыгодным как самим революционерам, так и Западу в целом, включая банковский капитал. Вы не знаете, что американский президент Вудро Вильсон прислал телеграмму приветствия Второму съезду Советов? Или возьмите хотя бы Литвинова. Для меня он очень загадочная фигура, осуществлявшая связь между англосаксонским миром и большевистской партией. Литвинов фактически был англосаксонским лобби в Советской России вплоть до конца 30-х годов. Запад не поддерживал главную цель белых – сохранить единую великую Россию. Очевидно из документов, что все белые категорически отказывались торговать территориями в обмен на поддержку Антанты. А та требовала от них именно этого и признания распадов страны. Поэтому белые были обречены, а большевики торговали, добиваясь, чтобы Антанта вывела свои войска, в частности из Архангельска, и бросила белых на произвол судьбы. Важнейшей концептуальной и методологической вехой должно стать отделение подлинно демократического направления в понимании прав человека от либерально-тоталитарного навязывания ценностного нигилизма, свойственного современного либерализма, и жесткое противодействие двойным стандартам. Как бы это в наше правительство этот принцип загнать? А вот как Россия сегодня якобы встает с колен. Именно исконно русские области сегодня являют собой зияющий упрек государству. До чего можно довести свое родовое гнездо, откуда есть пошла русская земля, где испокон веков реализовал себя средний, не гений, а обычный средний русский человек, который на четверке окончил школу, техникум, скромный вуз, стал инженером, технологом, квалифицированным рабочим, местным учителем, местным врачом, преподавателем, офицером армии. Эти профессии сейчас в загоне, поэтому и происходит люмпенизация основной массы русского населения. Зато цветут пышным цветом оборотный капитал, торговля, банковское дело. Здесь русскому человеку традиционно делать нечего. Ну вот это обзор этой книги.
кто считает, что он достаточен, может уже эту книгу не читать, и те выдержки, которые есть, это то позитивное, что я смог из нее извлечь. Негативно тоже очень много, поскольку Наталья Алексеевна является сторонником Путина и соучаствует в том, что делает политический режим, что для меня крайне прискорбно, поскольку я раньше был очарован ее выступлениями в средствах массовой информации, и когда я видел ее выступление лично, буквально я готов был признаться в любви, и я восторгался той строгостью ее мысли, которую она демонстрировала. Позднее я увидел некоторое однообразие ее выступлений, повторение неких клише, их может быть достаточно много в сравнении с средним человеком, но тем не менее они становятся заметны, когда ты читаешь, скажем, несколько книг Натальи Алексеевны или многократно слушаешь ее при выступлениях перед широкой аудиторией, да и в разных наукоподобных круглых столах. Тем не менее, я к Наталье Нарочницкой отношусь с уважением. У меня есть там своя горечь, своя обида на ее действия в период общей работы во фракции «Родина». Но, тем не менее, если России доведется когда-нибудь действительно встать с колен, то я надеюсь, что Нарочницкая займет высокий пост в российской дипломатии и принесет много пользы стране. Сейчас же она находится на обочине ныне действующего политического режима, хотя и пытается найти в нем свое место. Бог ей судья за это, а всем остальным я предлагаю читать сочинения Нарочницкой, отделять зерна от плевел и видеть ту самую русскую идею, которая в значительной мере присутствует в ее сочинениях.